Доброе утро, друзья. Так случилось, что на днях я себе поломал два зуба. Причем, что эти два зуба, нижний и верхний, друг над другом. И поломались они в разнице две недели. Так, я хотел одеться. И поэтому я сегодня еду к стоматологу. Блин, я не знаю почему, мне уже 24 года, но мне до сих пор неприятно ездить к стоматологу. Конечно, я понимаю, что там ничего страшного нету такого, дадут обезболивающее и все такое. Тем более, что у меня там у одного зуба уже нету нервов. Вывернул кофту эту сраную. Как так можно вывернуться в стирке? Вот. Не знаю, так все равно неприятно мне к нему ездить. Хоть и знаю, что там на 15 минут я туда заезжаю к доктору. Очень хороший доктор. Но мне все равно неприятно туда ездить. Ставьте лайки, если вы тоже не любите к стоматологам ездить. Поэтому сегодня, скорее всего, что это будет, пройдет за несколько дней, не за один, потому что два зуба. Но я постараюсь сделать за один, потому что я сделаю один зуб, потом мне со вторым зубом будет в падлу ехать. На улице летает какой-то полуснег, полудождь. Вот. А еще я достал свою электронную сигарету, но с ней поздно. Сейчас буду пить чай с ушками. Вот они, вот такие вот кусочки. А еще тут есть Барни, которые я, походу, тоже съем. Это Барни Марины, племянницы моей. Так, вообще нужно сейчас пойти проверить, нет, я сначала закипячу чай. Так, возьму фреш-пресс. Так. Фреш-пресс, чаечек. Да, я перешел уже и на чай вместо какао. Ну, потому что молока нету, поэтому пью чай. А мне на самом деле и впадло было бы готовить себе какао, а просто чай залил себе, вот, посыпал. Чай называется «Брызги шампанского». Оно достаточно приятный аромат, которого уже нету. Чай уже стоит достаточно давно. Так. Чайник сейчас закипит. Ура. Чай закипел. Заливаем. Ставим. Чпок. Главное соли не насыпать. Так, теперь идем. Не упадет. Перейдем в фермочку, проверим, что там у нас, еда у них есть или нет. Что-то тут воды так много. Что-то пролилось. Ну это вот эти вот финтусы. Так, вот еда есть, но нужно досыпать. Вот так вот это все выглядит. Вон тут они, засранцы. Нужно поубирать будет. Так, давайте я сейчас и поубираю, наверное. Thank you.
Говорю. Так, ну перепилов немножко повыбирали. Теперь пьем чай, кушаем сушки. И можно будет выдвигаться. Так, куда? О, самый главный прожора. Ну, вы понимаете, о чем я. Так, теперь мне нужна чашка. Чашка есть. Ох, так нужно руки сполоснуть от стола. Так, сполоснули. Чай заливаем. Так, и 3 ложки сахара. Я люблю послаще, блин, тут отбивные лежат, стейки, картошечка, а я не могу кушать, потому что мне нечем. Да, на другую сторону я есть не могу, потому что там зуб раскрошился уже 3 или 4 года назад. У меня эта часть неактивная вообще уже года 2, так точно. Ну, тут сушки по... покушаем. Так, набираем в кармане. Это мой завтрак. Так, ну что ж, пришло время уже ехать. На улице паршивеет, вообще неимоверная паршивая погода. Идет дождь. На улице лежит снег, а идет дождь. Это, а мы едем. Сейчас поедем с вами в Матолову. О, тут уже озера. Ой, постоянно закрываем микрофон пальцем. Так. Фу. 12:04, мне на час. Блин. Как же не хочется туда ехать. Поддержите меня лайком, чтобы было не так противно к нему идти. Ну, доктор хороший, все классно, но, блин, почему-то мне это неприятно. Дискомфортно, когда я туда хожу. Очень. Так, ну вот я хожу в клинике. Нет, спасибо. Ребята, это жопа. Посмотрите на меня. Это мне всего лишь чистку зубов сделали от зубного камня. Ну, я не знаю, у них это, наверное, фишка какая-то. Они каждый раз, когда к ним приходишь,
так, нет, делаем чистку камня, потому что по-другому мы работать не будем. Ну, они, наверное, получают процент от этого, так чистка стоит 1000 гривен. Вот. Короче, пришел я с одной проблемой, пошел с другой. Ну, как обычно это бывает. Видите, там зуб без пломбы, без ничего уже. Где-то года 3 или 4 назад там должна была быть постоянная пломба. Мне было впадлу, где там стояла пломба. Сейчас он сгнил. Мне сейчас пришел я с проблемой этих зубов, ушел с этой. В общем, в следующий раз я иду к нему, он будет его выпиливать. Будет смотреть, либо поставит коронку, если там будет на что ставить коронку, либо останусь без одного зуба. Ладно, я записался на завтра, так что до завтра. Все, я приехал домой, и настроение как раз такое, чтобы пойти монтировать влог. Поэтому я пойду монтировать влог, и скорее всего, что он сегодня-завтра выйдет уже. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите следующих видео. Зубы не дремлют, нужно их делать.